птицы его дразнят, поэтому Ромко сходит с ума. Слышит, что они дзверенчат, и начинает их искать. Но стоит только ему найти одну птицу, он садится вот здесь, возле дома, и сидит, караулит. Сейчас должен выбежать. Во! Где птичка, Рэм? Ищи птичку. Вот это колокольчик. Ищи птичку. Спасибо, друг. Ты меня пооббивал уже весь дом.